Записал. И куда он, блин, так, щук, и куда? Ну, скорее всего, к себе на пугало, либо к сдаче паков. Ну, создавай темку тогда на форуме. Я не умею писать по-английски еще, и был бы русский, я русский топик бы, блядь, такой бы нахуй накатал. А так... Сейчас я еще раз подожду его. Зачем? Ну, чтобы его в таргет взять, может быть, не знаю. Там... А ты занеси его, блядь, в друзья, мы посмотрим, какую он локацию попадает. Точно. Как его там зовут? Да вот, ГАШ... Чё-то там... Сейчас. А, его так не это... Не посмотреть, да? Не знаю. Во френдах. Ну что, грузить видео на YouTube? Ты напишешь в форум тикет? Ну, наверно. Потому что это не дело. Вон он. Ёбаный, смотри, как он по карте перемещается. На Нью-Йорке. Остановился. Теперь Апаки его зовут. Это не тот. Но тоже именно Эвей, да. Блядь. Это, блядь, не гильдия. Смотри, как он, сука, носится. В пати видишь у меня? А ты его в пати взял? Ну вон, зайди, я ж говорю, на Нью-Йорка зайди. Бать, как он носится, сука, как придурок. Ёбаный. Ты смотри, тоже записываешь? Ёбаный, да. Дебил, он же в пати. Что он творит? Ты ж видишь на Нью-Йорке? Да. Смотри, как он прыгает. Прыгнул. Он просто носит. А, я понял. Он, короче, сейчас сюда, к нам прилетит. Блять, это пиздец. Вот он именно по дороге бегает.
Ой, еще один прибежал. Апак? Нет. СД что-то там. Понятно, это боты. СФД. Задри, задри на него, задри. Бери всех пати. А? Не, я ему пати тоже кинул, он что-то не взял пати. Сука. Прошаренный. А этот чисто молодцом. Нет, походу бот, который бегает, он строго по дороге бежит. Именно по дороге. Все боты по дороге бегут. Ну они вот. К ней привязаны. Он, короче, парень, походу, забыл отключить галочку отклоняться от пати. Да, он тупо по дороге бегает. Я чё и помню, что он бежал по дороге несколько раз, это самое, вдоль нашего кемпа. Я думаю, чё за ёбаны? Как он, я думал, ну ладно, первый раз там не пролагало, короче, там, может, что-то заглючил, нет, там, второй раз, ну ладно, но фиг с ним. Когда я его третий раз увидел, я... Возьми аэро ещё в пати. Прикольный чёрт. Бля, как он быстро летает, это просто пипец. В общем, он, короче, сейчас через буквально пару минут вернется к нам. Да меньше. Да. Опа! Вышел с пати. Давай, ждем его ну, на ты финишной... Ты все это записывал, да? Конечно, ждем на финишной прямой. Давай, флаги подняли. Флаги, флаги. Вон он, прилетел.